You're so far off, oh, it's like you can't see ahead. These feelings you've caught don't make sense. Your plan's gonna flop. You keep raising doubts without cause. All you feel is dread. My logic is fair. If it's pain, it's never gonna stop. Cause we both know that one day it's not gonna cry again. Without doubts, my say, if all's gonna mend. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, cause this ain't the end. Всем привет, друзья! Сегодня нахожусь в поселке Южном, или это еще не доезжает даже поселка Южного. Короче, я вот здесь нахожусь. Такую сегодня местность решил съездить, поснимать. Где не ступало, может быть. Ну, кто-то, может быть, здесь живет, я не знаю. Вот так вот поселок Южный, он там вот находится, Южный. Микрорайон Южный его называют. Но это вообще на самом деле не микрорайон. Микрорайон — это когда там какие-нибудь новые дома строят. Ну, участок такой закрытый, микрорайоны, где там люди живут, например, в благоустроенных домах, и у них там это, ну, все, в принципе, есть, и Абсолют, и Титан, и все магазины. Сегодня, друзья, еще хотел вам такое лекарство, оно не лекарство, как бы, это просто Энтерус гель называется, для желудка вам порекомендовать хотел. Я утром, когда сегодня встал, у меня вздутие живота было, ну, живот как-то болел, диарея, например, если у вас есть. То это вообще жесть, когда у вас, например, диарея, да, и вам куда-то идти, ехать надо, и это, и вы не можете ехать, потому что у вас это, в туалет постоянно ходите. Энтерус гель покупаете, вообще хорошая вещь. Его два раза в день можно принимать, до еды и после еды. Он даже от отравления помогает, даже с похмелья, может, кому-нибудь поможет. То есть нужная вещь, хорошая вообще. Посмотрите, поезд едет. Я вот здесь в такой местности нахожусь. Я ехал на двух пересадках. Я, получается, ехал сначала на 92-м, потом на двойку пересел. Это в сторону птицефабрики ехать, только одну остановку не доезжая. Там идет, короче, поселок Южный. Меня просили Южный поснимать, но я не хотел туда ехать. Что-то вообще слишком далеко. Вот видите, здесь поезд ехать. Там, короче, это поселок Южный находится, где переезд. Переезд там находится рядом, вообще близко. Вот так вот сегодня у нас. Не знаю, насколько камеры хватит. Я сегодня на экшн-камеру снимаю. Такой сегодня поселок у нас. Ну, как бы городского типа его назвать невозможно. Потому что туда дальше идти, там переезд будет и поселок Южный. Но я туда, короче, не пойду сегодня. Что-то мне неохота. Сейчас я звук посмотрю. Звук идет нормально. Здесь трава, прикиньте, даже выросла. Зимой тут трава растет. Отчесные, наверное, здесь, я так думаю, были когда-то, может быть. Отчесные, наверное. Что-то остановка Садовая, или как-то так называется. Это в сторону мелькомбината ехать, только мясокомбинат где находится. Только туда еще дальше ехать. Здесь, как бы, знаете, гулять-то опасно. Здесь всякие... Нифига там какие собаки гуляют. Огромные, просто я лучше пойду отсюда, а то меня еще загрызут. По таким местам, друзья, конечно, можно гулять, но опасно, потому что я-то ради съемок просто сегодня. Ради съемок можно.
А так, друзья, я бы сюда не поехал, потому что, ну что здесь делать? Лес кругом, вон, люди живут в домах твоих. Не, ну как-то здесь у кого машина есть, да? Машина у кого-то есть, можно жить. Поставьте коттедж какой-нибудь двухэтажный, хороший. Машину купить и жить. Можно, да? А так нет. Так здесь. Здесь вообще как-то это в деревню какую-то приехал. Здесь скучно жить. Здесь училище еще находится. Училище какое-то, восьмое или какое. Сейчас дорогу здесь перейдем. Пойдем там поснимаем, в ту сторону пойдем. Здесь называется Псковская остановка, улица Псковская. Я не знаю даже, как здесь идти, здесь не, пешеходные, а вон дорожка как-то идет. Пешеходной дорожки здесь нету, машины собьют тебя. Не знаю, насколько батарейки хватит. Вот видите, друзья, здесь какая-то трава растет, реально такая прям это. Я туда боюсь в траву заходить, потому что вдруг я там где-нибудь провалюсь. Вдруг здесь у нас на очистных обычно бывает зимой, что вот такая вот эта трава растет. Такая вот трава растет на очистных только. Кто надо сейчас на очистных не растет. Хоть коз здесь пасти можно. Смотрите, какая трава здесь вообще. А мы, друзья, с вами идем дальше. Не знаю, до мясокомбината дойдем, нет. Я потом пешком пойду, в принципе. Мясокомбинат еще, может, поснимаем. Ну, короче, захолустье здесь. Я попал куда-то. Я хотел до Южного доехать. Здесь вышел, потому что южный снимать смысла нету, потому что ну, там дома свои идут, и все, деревья, люди живут в деревне там, и все. Я хотел училище, мясокомбинат там поснимать, где люди живут. Там более колоритно. Нигде я снимал в том году, где-то я там снимал, помню. Вроде бы стабилизатор не сел. Я стабилизатор просто уже давно не заряжал, он мне так и лежал без дела. Сегодня решил одеть. Потому что стабилизатор, микрофон. Сейчас смотрю, микрофоны сели, нет. Не нормально, что полная батарейка. Ну сегодня как вот здесь холодно в Южном, то вот здесь вот Псковская улица. Здесь, конечно, холодно. А так в городе, в принципе, минус 15 сегодня. В центре вообще тепло. Здесь просто в захолустьях всегда холодно. Здесь там-то дома закрывают из-за этого тепло. Здесь территория открыта, из-за этого холодно. Здесь, короче, дорожка идет. Надо пробираться туда наверх. Давно просто прогулки не снимал. Дома дел просто много там. Убирался вчера дома. Стенку свою убирал там внутри, залез. Уборкой занимался. Ну, потому что когда надо убираться дома, чтобы красиво было. Даже если вы в Бичевске живете, ну некрасиво. Бедно, да, живете. Я не скажу, что я богато живу. Я тоже, можно сказать, средне живу. Но просто убираться надо. Без разницы, как вы живете, бедно, богато. Убираться, если будете, будет красиво. Сейчас как бы минимализм любит. Что сильно много мебели наставлено не было, а то некрасиво. Чуть-чуть мебели, да, чтобы полы чистые были. Пыли в углах, грязи не было. У кого-то пожар здесь был. Дом там разбомбленный. Здесь училище вон там находится. Восьмое, это какой профессиональный. Или какой техникум. Короче, шарашки. Шарашки на конторе находятся. Такого училища не очень, ну ни о чем. Профессию сильно там крутую не получите, потому что
это такое, там повар, лепщица, еще какие-то профессии есть. Не знаю, это училище, нет, сейчас вам покажу. Стадион здесь еще находится. Здесь бы машина не сбила. Блин, я чуть не упал. Здесь опасно идти вообще. Можно поскользнуться, тебя машина собьет. Вы знаете, вот, что самое стрёмное здесь, эти тротуары не сделали. Люди сами колеи пробивают и ходят. Вот здесь у нас, здесь находится, не знаю, что здесь за школа, то ли что, школа вроде бы такая бедная. Не бедная такая, Советского Союза, да? Здесь вот, не знаю, на стадион здесь назвать трудно, потому что здесь травы много. Может, была когда-то школа, потом закрыли ее, я вообще не знаю. Сейчас мы здесь пробираемся. Так вот здесь, походу, люди с утра на работу и ходят, ну, на остановку, например, или там садятся. Ну, а кому-то с двумя пересадками неохота ехать. И что, в принципе, двойка здесь ходит, на двойку сели, уехали. Я на двойке сегодня заехал, доехал с комфортом, прямо на переднем сиденье сидел. Водитель женщина почему-то была. Ну, нормально, что я люблю, прикольно. Вот, смотрите, такой тепловоз едет. Тепловоз, у него как бы нету проводов, он и без, о чем-то отопляется. Походу на угле. Потому что там ничего нету. Ну, тепловозы, они очень медленные. Они пока тебе товар доставят, ты уже не захочешь. А тепловозы, они, знаете, они когда вообще хорошие, когда света нету, например. Ну, у них света то как-то есть. Не знаю, может, сейчас электрические тепловозы появились. Тепловозы, они почему тепловозы нужны? Потому что они могут груз большой увезти. Поезда обычно, они там, о, остановился, 500 тонн никак не увезут. Или больше там, тысячу чудо. 500 тысяч тонн, например. 5 тысяч тонн, например, или там 100 тысяч тонн. Вон там люди живут, смотрите. Домик такой стоит. Домик стоит, тут трава здесь. Сколько травы здесь? Вот я козам такую утром траву хожу рву. Полынь. Вот такую полынь хожу рву. У нас там практически нету. Здесь хоть с мешком приезжай, рви. Но я здесь рвать не буду. Я здесь нару и буду в микрике с мешком ехать. Люди скажут, я что, с головой не в порядке. Ну, здесь травы, кстати, много растет. У нас бы столько травы росло. У нас там что-то травы мало растет. Потому что под снегом все закидалось, не видно, где-то что трава. Да я уже там ее всю пособрал. Я каждое утро через день хожу. День там, через день, через два дня. Хожу козам травы рву. Утром проснешься и сразу за травой идешь. Надоедает, конечно, а что делать? Покупать денег нету траву. Она сейчас, трава стоит 15 тысяч. 15 тысяч, чтобы... И то тремя тюками даже не везут сейчас. Один тюк что-то тонну весит. А там надо сразу, чтобы у тебя 5 тюков только везут. 5 тюков 1020-15 тысяч стоит. Короче, коз не прибыльно держать, потому что вы будете так деньги тратить. 15 тысяч будет каждый, может, раз в 3 месяца придется вам. Раз в полгода, может быть, 1020 тратить. Да, раз в полгода хотя бы. Не, ну на зиму вы можете купить. Вот здесь уже потеплее, солнце светит. Уже греть начинает, скоро в феврале. С февраля солнце начнет греться. Будет браво, солнцестояние начнется. Солнце приблизится. Сейчас говорят, завтра опять, говорят, холодно будет. Потому что это холода наступает.
Вот такое училище, короче, я не знаю, училище это вроде бы или общага, я вообще не знаю. Как здесь люди живут, я вообще не понимаю. Вот смотрите, как люди здесь живут, в таких домах. Ну я люблю такие места ездить, отдаленные участки города. Вы напишите мне еще, куда можно съездить в отдаленный такой участок города. У меня вообще мысль была такая, сесть на любой микрик, да, иногда была такая, снимать нечего, например. Сел на любой микрик, да, и вообще едешь, вот здесь двойка ходит. То есть, сел на любой микрик, до конечки доехал, и там снимаешь, где-то вообще, куда-то вообще вдаль уехал вообще. Вот такая мечта была. Вот там собака бежит за мной, походу. Надо убегать. А не, она не меня. Это собак побаиваться надо, а то укусит. Сколько случаев у нас в городе были, собаки это толпами налетают. Защищаться начнешь, просто руку тебя откусит. И все. Вот смотрите, это дом такой вот. Ну что, люди здесь живут нормально, что вот здесь, в принципе, как на стеколке практически. Вот туда пешочком дошел, остановка уже есть. Остановка здесь буквально 100 метров. Сейчас мы здесь дорогу перейдем. Я вам там хочу поснимать один такой атмосферный вид. Участок. Я люблю в такие ездить. Я раньше, когда ютубом не занимался, я вообще даже практически в городе ничего не знал, где что находится. Мне вообще без разницы, я дома сидел. Не, ну не постоянно, я постоянно гулял, конечно. Ну так в центре погуляешь и все. За центр, там дальше центр. Здесь такие атмосферные улицы. Сейчас туда сходим. Собак бы здесь не было. Это, короче, можно сказать, что здесь тоже мясокомбинат находится. Мясокомбинат это где мясо там делают. Скотину рубит. Убивает, наверное, не знаю. Улица Пугачева, 59 здесь. Кстати, улица Пугачева, она только не у нас, в Улан-Удэ есть, она по всем городам. Короче, по всем городам есть какие-то улицы там. Здесь, короче, никак не пройти. Здесь, короче, никак не пройдешь, там что-то все закрыто, надо обратно возвращаться. У меня уже батарейка садится. Сейчас, если что, на камеру поставлю. Батарейка сядет. А, улица Гармаева, 57, Пугачева. Это Гармаева вообще улица. Шапка на глаза вообще не видно. Солнце отсвечивает, не видно. Ну люди такие дома обычные были, что советского происхождения. Желтые, кирпичные. Они взяли их, просто обделали сверху. У кого деньги есть. Постсоветские что улицы эти. 1935 годов где-то. Даже что вообще не советские. Вот смотрите, вот такие вот дома были. Просто взяли их это... Обили чем-то, и в ус не дует. Ну, не знаю, просто не знаю, жить в таких домах. Ну, в принципе, можно ремонт сделать хороший, если там отопление есть, вода, мыться можно. Не знаю, сегодня утром этот Русгель выпил. Вообще хотел сегодня не ехать, потому что у меня живот что-то прихватило. Вчера я, да, что-то съел не то. И как-то самочувствие было не очень. Выпил, главное, Русгель. Ненормально. Так прям самочувствие стало хорошее. Так что всем могу рекомендовать. Когда у вас, например, живот есть, живот болит, вздутие, просто вздутие, да? Бывает такое вздутие. Не брал, как будто вы шариком надулись, как будто вы толстый. Выпили Русгель. И все хорошо. Вот, друзья, вот такие здесь улицы.
Гармаева улица здесь. Поселок Южный я не стал ехать, что-то туда вообще ехать, да и неохота. Вот так вот здесь люди живут. Здесь еще благоустроенный дом идет, походу, нормально. Голубей много. Вот так вот микрофон закрыли тенном. Это тен называется, чтобы машина не задубила. Ну, а да, летом тоже одевают, чтобы от дождя не задубило. Не, ну летом нельзя одевать, в принципе, если вы купили зимний тен. Летом лучше не одевать. Летом летние тены есть совсем другие. Здесь вот такие площадки, может подтянуться. Ладно, друзья, я не стал подтягиваться дома, подтянусь. Здесь вообще рюкзак, вот это все снимать неохота. Детский садик Ягодка здесь находится. Вот дети здесь, садик ходит. Садик, конечно, не современный, но видно, что за ним ухаживают, как бы белят его более-менее. Там, не знаю, дом культуры находится или что это. Короче, друзья, может быть, здесь кто был, я не знаю. Но в центре, если люди живут, они сюда активны, поэтому это, им это не надо. Им и в центре неплохо живется. Они просто знают, что если на окраину города Улан-Удэ съездить, там будет некрасиво. Но на самом деле есть своя атмосфера. Советский Союз здесь еще процветает. 85 лет. Дом культуры, наверное, чего больше-то. На школу не похоже. Может, школы, я не знаю. Но больше всего похоже на дом культуры, потому что памятник здесь стоит. Вот такие здесь дела происходят. Не так-то гулять надо зимой, я вам серьезно говорю. Типа тепленько оделись и пошли гулять, потому что это... Бурят мясопром здесь написано. Здесь что, Бурят мясопром? 1937-2022. А дом культуры, наверное, я так думаю, потому что там елочка стоит. Такие вот здесь атмосферы. Не часто, конечно, выезжаю гулять, но сегодня время вышло, решил поснимать. Я не знаю, здесь какая-то, у меня здесь какая-то поле, футбол играет, наверное. Мероприятие происходит, масленицу отмечают здесь. Вот здесь масленицу, наверное, отмечают, потом будут. Памятник здесь какой-то, ну так, фонтан. Новогодние куранты, что-то там написано. Ну, красиво сделали, двери такие, евро-двери. Дом культуры такой красивый. Вот такое здесь, друзья, культурное произведение. Я пойду отсюда, потому что здесь делать нечего. Вот на той бы стороне побывать города. А, это там это находится. Я не знаю, что там находится, там какие-то заводы находятся. Ну, вообще я хотел вон там на горе побыть, он там какой-то... А, это там зеленый находится, вот даже отсюда зеленый видно. Зеленый видно, я думаю, как... Вот так смотришь вроде бы туда, в гору, думаешь, я там не был. А потом смотришь, думаешь, да и был я там. Там зеленый видно оттуда, видно, что там зеленый. Там восточный находится, на той стороне. Отсюда видно его. Ну, так сказать, погодка сегодня нормально. Но вчера холодно было. Вчера холодно было, я вчера не ездил. Потому что, ну, холодно было, я не поехал.
А сегодня я решил съездить. Ну, просто, понимаете, это как уже, не знаю, привычка моя стала. Я когда сей ролик на YouTube не сниму, даже пусть какой-нибудь беспонтовый, неинтересный, не сниму ролик на YouTube. Мне не по себе. Мне уже это в привычку вошло, когда вы, например, долгое время чем-то занимаетесь. Но я не скажу, что мне не нравится снимать. Но мне больше ролики нравятся такие снимать. Я бы хотел, знаете, какие ролики снимать? Продуманные, там, подумать о чем-то, там, кино какое-нибудь, клипы, там, например. Пусть хоть там 20 раз переснимать буду. Но таких видео я реально кайфую, когда ты там клип какой-нибудь снимешь. Все, у меня батарейка уже садится. Клип какой-нибудь там снимешь. Еще что-нибудь. Кино, может быть, там, текст какой-нибудь написать, там, да, например, фильм снять. Я фильм, конечно, не умею снимать. Свадьбу, например, снять, там, еще что-то. Такие ролики мне нормально снимать. Трудно, правда, но... Батарейка уже на экшн-камере садится. А камеру потом поставлю, если что. Я и камеру, и экшн-камеру с собой взял, телефон. Телефон я не буду, мне надо. У меня, короче, наушник. Микрофон вставляется, который в телефоне вставляется, получается, этот какого. Чтобы микрофон вставлялся, штекер сломался. Такие здесь дома. Обделаны, красивые. Здесь нормально жить в таком доме. На третьем этаже жил бы. Красивый дом. Вон балконы какие большие. Ну, здесь вот жить браво. Садик он такой красивый стоит. И вид здесь такой прям. Здесь можно жить. Но не там. Там жить не хочу. Здесь можно. На таком доме жил бы. На втором, на третьем бы этаже. На балкон бы выходил бы. Стоял бы здесь. Вон в том же доме тоже можно жить. Нормально здесь такой участок. Вот вышел, здесь вот сразу речка находится. Купаться, конечно, в речке такой нельзя. Очистные там, видите, где-то здесь рядом очистные есть, городские, наверное. Да, короче, лучше вообще в Селенгене купаться. Да и на Байкале сейчас тоже опасно стало купаться. Всякие там сальмонеллезы, вот эти вот палочки. Всякие там палочки. Заболеете потом, желудок прихватит. Вообще сальмонеллез, вот эта палочка, да? Палочка как-то пилори называется. Она вообще самая стрёмная. Это еще хуже, чем отравление. Вы будете там, ну я не знаю, конечно, примерно могу сказать, что там вообще будете... Вы там учиться будете. Вас сначала в инфекционку положат. В инфекционке шот кого-нибудь чем-нибудь заразитесь. Короче, будете месяца три вы месяц в инфекционке лежать, чтобы... Ой, там антибиотики будут колоть. Я как-то в инфекционке лежал, когда мне тошнило. Ой, там ужас вообще. Меня там еще потом надуло. Там как раз весна была. Потепление, люди начали окна открывать в этой. Так что, друзья, я даже не знаю, где сейчас купаться. Я даже на Черном море, и то опасно купаться. Сейчас везде как-то опасно купаться. А люди купаются все равно. А я сейчас везде боюсь купаться, потому что, ну, заразишься там чем-нибудь, потом что будешь делать. Сейчас люди по врачам-то боятся ходить. Потому что сейчас все платно стало. Ну, платно стало, а что поделать? Такие здесь дома. Вот здесь я на панораме кар смотрел, вот здесь хотел поснимать, здесь красиво, дома такие, все расположено. А там, да, деревню Южный, поселок Южный, микрорайон, что его называют, там снимать неохота. Туда ехать далеко, потом обратно еще. Ну и нафиг.
Так вот здесь люди живут. Кто-то со школы пришел. Ну так сегодня можно погулять. Воздух свежий, так отдыхать браво. Здесь воздух более-менее. Но здесь, говорят, тоже от мясокомбината воняет не очень. Мясом иногда так воняет, когда ехал, когда это давно еще приезжал, да первый раз. Здесь это, такой запах был вообще. Мясом так пахло, гнилью какой-то, гнилое мясо, гнилым. Сейчас что-то не пахнет. Ну, гнилым мясом иногда может, наверное, пахнуть, что вообще там, фу. Одна палочка осталась. Сейчас минуты еще сколько-то поснимаю. Вот камеру поставлю, тоже минут 15 поснимаю. Да. Все. Вот такая здесь территория. Детский садик, смотрите, какой. Крошка не работает, закрылся. Конкуренцию не выдержал там, потому что новый садик построили. Здесь прямо дом стоит, люди живут, да, вот такой дом, смотрите. Вот такой дом. И там садик крошка находится. Вообще, это как бы так еще забором загородили. Люди здесь живут сразу же, и садик детей уводит. Прикольно, да, сразу же садик. Все, друзья, батарейка села, у меня сейчас на камеру переключаюсь. Все, друзья, микрофоны у меня сели тоже. Микрофон сел. Потому что холодно на улице, естественно, звук будет плохой. Но не знаю, я его постараюсь сделать хороший. Эх, друзья, микрофоны сели. Но я шел, в принципе, далеко снимаю. Бурят мясопром здесь везде. Вот, вот бурят и мясопром, и магазины. Здесь вот так вот люди живут, бедолаги. Здесь расселили уже, что они, бедолаги, им расселили. Здесь я тоже когда-то снимал дома, вот такие же дома здесь, на мясокомбинате. Так что не знаю, какой звук будет. Ну, стрёмный, наверное. Все-таки камера с микрофона лучше звук. Так хотя бы посмотрите. Ну вообще, в будущем, наверное, это куда-нибудь съеду на микро какой-нибудь неизвестный и до конечки доеду, там буду снимать. Только не знаю, на какой микро. Там собак, в принципе, нету, наверное. Такие здесь дома, смотрите, расселяют людей. Никто здесь пока не живет. Здесь, смотрите, все разрушено, стекла выбили. Люди здесь еще ходят. Так вот здесь атмосфера такая умиротворенная. Тишина. Что там шарится еще. Вот такие здесь, смотрите, дома вот. Такие здесь люди уехали отсюда. А их переселили. Раньше такие тарелки ставили, и люди телеканал, там 250 телеканалов было. Мы сами на диске жили, радугу тарелку включали. Там тоже было много каналов, но они были все платные. 600 рублей в месяц. Вот такая машина здесь стоит. Здесь люди еще живут, здесь дом такой хороший. Такой здесь живут. Вот такие дома еще здесь люди живут. Сейчас туда пройдем, я вам покажу. Дороги уйду, чтобы меня машина не сбила.
Вот здесь, как мы видим, еще пока пару людей здесь живет. А, здесь живет, может, кто-то. Ну, короче, люди в таких домах живут, они ремонт не делают, потому что знают, что их скоро переселят. Из-за этого как бы не живут. Не стоит, не делают ремонт. Ремонт сейчас, вот, например, если в квартиру переселение будет, люди когда еще подавали в кадастровое туда, и переселение, да, куда-то кадастровое, или как оно называется, там еще сколько, 10 лет ждали они, чтобы их переселили. 2005 года или 2000 какого-то они еще подавали. Вот только сейчас их переселяют. И то некоторых еще даже не переселили, они еще плачут там. Ну, в таких адских условиях они жить не хотят. Я помню, сюда приезжал тоже. Вот, вот здесь вот я тоже снимал, помню. Но здесь как бы холодно было, я на экшн камеру снимал. И она мне что-то очень быстро села. Это буквально минут там за 5, за 10. Такой ветер еще хилос был. Вот здесь вот так вот люди живут. Вот в таком доме. Возле таких разрушенных такой дом стоит, коттедж. Забор такой. 5-метровый. 4-метровых, не 5, 5 метров забор стоит, чтобы пьяницы здесь жили, когда бушевали, чтобы им камень не кинули туда в окно. Да, такие заборы и делают. Вот так вот здесь кто-то еще приехал. Ну, переселяют, вот там даже вывеска есть, вот здесь тоже вывеска есть, смотрите, что дом там такой-то, такой-то. Переселяют. Вот здесь люди в деревянных домах, тоже отсюда все надо переубирать. Такие здесь, короче, красивые какие-нибудь трехэтажные, двухэтажные новостройки. Вон бабушки идут, чирикают что-то о чем-то там своем. Говорят, вот там окно разбили. Такие здесь дома деревянные. Улица какая-то здесь, Ростовский. Переулок Ростовский, 9. Мы, друзья, с вами в Ростовском переулке находимся. Это, друзья, легендарный переулок. Здесь разные раньше бои происходили. На мясокомбинате раньше было здесь опасно ходить. Так что не ходите. Раньше здесь, если вы будете ходить, вам тут макушку набьют. Но раньше на мясокомбинате было опасно ходить. Здесь разные, короче, стычки были. Там разные криминальные группы ходили. Они вам скажут, вы кто такой будете, кто ты такой. Ты скажешь, я с центра сюда приехал. А, ты с центра сюда приехал. Ну скажут, ну иди отсюда, и запинает тебя. Или тебе нос сломает, или просто стукнут один раз в глаз, и ты упадешь, утухнешь. Потом очнешься, тебя ограбят, у тебя ничего не будет. Это в 80-х годах были. Так что вот опасно здесь. Часто здесь все нормально стало, криминала здесь нету. Люди осознанные стали, одумались. А вот здесь я тоже раньше снимал. Ну, не знаю, криминальных групп здесь нету пока. Раньше здесь стычки, вот здесь возле мусорки, здесь мусорки раньше не было. Я фотку смотрел в 70-х годах, там здесь мусорки не было. Они здесь это баш на баш бились. 40 на 40 человек били здесь. Все, короче, кому не лень. Разные группы. О, смотрите, здесь вот люди живут. Девочка когда пошла. Здесь вот живут. Так вот здесь живут. Огород садит здесь летом. Летом. Вот здесь на горке катаются дети. Крутая такая горка, как раз кататься им. Так что вот. Это уже мясокомбинат. Первобытный. Вот такие дома, что более-менее, ну, тоже советское время. Вот там даже у кого-то пожар был. Что-то там все задымлено.
Ты тоже советского происхождения, что каких годов-то? Вот здесь улица, здесь Ростовский, 28 переулок. Здесь вот люди живут. Вот в таких домах живут. Тоже деревянные. Вот сразу здесь площадку сделали. Сейчас еще минут сколько-то поснимаю, все. Статичными кадрами можно начать снимать, а то в аксессуар-стабилизатор уходить трудно. Трудно, но нет, если бы просмотр набирало вот эти прогулки, вот там хотя бы 1005 бы, да, например, 10. У некоторых набирать прогулки по 27 тысяч у кого-то набирает, смотрел, там еще больше. Если бы у меня бы прогулки много набирали, я бы, конечно, бы снимал бы. 1000 просмотров тоже, в принципе, нормально. Вот мы с вами к мясокомбинату приближаемся. Сейчас я вам покажу мясокомбинат. Я буквально в том, а в Варламов, что здесь снимал, я видел у него ролик, он тоже на мясокомбинате был, вот здесь вот эти дома разрушенные снимал на мясокомбинате. Это было года 3-4, может, назад. Вот, смотрите, мясокомбинат. Здесь вот это, я помню, когда сюда приезжал, здесь вот в этом киоске. Лето как раз наступало, холод был такой, февральский мороз. Здесь такую выпечку продавали вот в этом вагончике. Так прям шел оттуда, манило, прям такой выпечкой, пирожками пахло. Вот мясокомбинат. Если бы меня туда позвали снимать бы в мясокомбинате, я бы пошел бы их не цеха снимать. Так что если мясокомбинатовские посмотрят, если добро дадут, я сюда приеду, буду здесь это, ну так чисто, обзор небольшой сниму, если захотят. Здесь пекарня находится, в принципе. Не холодно сегодня. Ну, камера хорошо, да, там, я хочу на камеру потом со временем еще батарейку купить, чтобы 3 батарейки было. И будет нормально. Меня, друзья, люди в комментариях, ой, не в комментариях, а личное сообщение мне вчера писали. Пару человек. Еще давно писали даже, чтобы я им рекламу сделал. Ну, рекламу, чтобы их не канал прокрутил, пропиарил. Не припиарил, а рассказал. Но я, друзья, не хочу про их канал рассказывать. Потому что они одно видео выпустят, да, вот одно видео выпустят. И мне пишут, чтобы я их там порекомендовал. А я как их буду рекомендовать? Они сегодня одно видео сняли. И потом на месяц исчезают, месяц вообще ничего не снимают. И снимать не стараются. Ракурсы неправильные делают, там еще что-то. Ну, ты как их ты будешь припиаривать? Если бы человек старался, если бы каждый раз новое видео снимал, и ты понимаешь, что он старается. И так, и, конечно, ну, я бы сам бы даже бесплатно порекомендовал бы, если увидел, что человек старается. Когда человек пару видео снял, и все, и мне говорит, чтобы я его припиарил, и вообще дальше не снимает. Или снимает какой-нибудь
какой-нибудь такие нехорошие ролики, то пиарить вообще неохота. Так что вот мое как бы мнение. Если человек старается, то я его могу бесплатно покрутить, пропиарить, рассказать о нем. А когда человек не старается, да, вот, ну не старается. И я думаю, что от моей рекламы, нет, если человек реально старается что-то, тоже про Улан-Удэ будут ролики снимать, не обязательно прогулки, а все что угодно, но про Улан-Удэ, да? Мой канал тоже про Улан-Удэ идет. И мне попросят пропиарить меня. Расскажи, порекомендуй. Я бы порекомендовал бесплатно даже. Но это. Но когда человек вижу, что не старается. Вот раньше завод здесь был. Завод здесь был. Сейчас не работает. Но если я вижу, что человек не старается, то я его даже и рекомендовать не хочу. Но зачем? Здесь вот тоже училище, походу, находится. Вот здесь, походу, училище есть какое-то тоже. Да, вот здесь вот. 7-й или 8-й лицей какой-то здесь. Ну, вы сами понимаете, если человек не старается, а когда человек старается, реально круто старается, снимает. Звук у него хороший, видео там. Микрофон тебе хороший покупает. Пусть даже не телефон снимает, но с микрофоном. Старается, что он там рассказывает. Показывает что-то. То да, можно порекомендовать, сказать там, вот, подпишитесь. Хороший человек. А когда люди не стараются, да, а просто хотят один ролик снять и посмотреть, что будет, если я их порекомендую. А я иногда раньше ролики эти, их не рекомендовал, каналы. И они потом тоже эти каналы ничего не набирали. Потому что, ну, даже если у вас популярный блогер там 100 тысячами подписчиков или миллионом пропиарит, вас никто не будет смотреть, потому что, ну, если вы не стараетесь, у вас видео не часто выходит, там раз в месяц, и никто и смотреть не будет. Люди могут подписаться, у вас там подписчики наберутся, но они вас смотреть не будут, потому что видят, что вы не стараетесь. И все. Вот здесь, в принципе, мне можно перейти. А когда видно, что человек старается, то можно его и порекомендовать. Если реально хороший канал, человек старается. Но мне пишут иногда, сделай рекламу бесплатную кому-то там, какие-то каналы. Я захожу на их каналы, у них там ничего нету. Я говорю, ты хоть сними хоть что-нибудь, пару роликов. Говорит, ну ты меня порекомендуй, я там через пару дней сниму. Я говорю, да я им говорю, нет, я не буду рекомендовать. Потому что это ты не стараешься. Я одному написал так, я не буду тебя рекомендовать, потому что ты не стараешься. Он обиделся. Он говорит, вот, да я тебе был хорошего мнения, ты меня... Я думал, ты хороший человек, а ты плохой оказался. Мне так написали. Вот вокзал здесь, Мелькомбинатовский. РЖД. А я, короче, сразу это заблокировал, не стал общаться. Зачем я буду на негатив время тратить, да? Надо о хорошем думать. Если человек старается, то можно его прокрутить, прорекомендовать там, да, посмотрите. Вот здесь РЖД. РЖД. Нам надо туда забираться. Сейчас здесь перейду, в принципе, можно на 17 сесть. Как
Камера вообще неподвижна, стабилизатор хорошо стабилизирует. Просто там в меню надо заходить, делать стабилизацию, то, что моторы настраивались, а я раньше не делал. Из-за этого стабилизация была неровная. Но, друзья, с мясокомбината ушли, сюда пришли. И так и снимаю. Тарелька даже вообще еще не села, ни грамма. Нет, туман летит. Вот, друзья, там мясокомбинат находится. Вот оттуда пришел, даль такую. Рука уже перестала в камеру носить. Сейчас до Мелюшки дойду и там закруглюсь. Тут такая прогулочка была сегодня продолжительная. Бирхаус наш стоит. Здесь скользко, можно скласться, перевернуться. Ну, складетесь просто. Я один раз шел у себя там возле гаражей и склался. Бедром стукнулся, болело потом. Вот там 20-й квартал едут люди. Здесь поезда. Beer House. Пиво попить там, это ресторан, отель, паб. Там пиво попить. Вот. В виде замка. Это немецкий. Здесь бы главное не упасть, смотрите какие. Надо здесь аккуратно. Вот, друзья, спускаемся. Железки здесь, видите, на лестнице можно. Они не скользкие, в принципе. Я не знаю, зачем ведь железки делать. Они же потом зимой скользкие становятся. Надо деревянные хотя бы делать. Вместо железок деревянные. Вот, друзья, мелькомбината. Кафе «Влад» здесь находится. Тоже был когда-то здесь. Может быть, скажу. Я хочу в следующий раз, наверное, бургеры протестировать, если деньги будут. С кем-то сходить, не один. Здесь шинка. Шинка находится 0,3. Шиномонтаж. 24 часа. Здесь вот 37-й маршрут конечно на мелькомбинате. Вот такой сегодня цвет использовал, не насыщенный, а высветленный. Я насыщенность убрал в камере, не знаю, как качество, вот нормально, нет. Раньше помню, когда у меня еще стабилизатор не было здесь на мелькомбинате, пытался что-то снимать, все дергалось. Эх. Вот здесь на остановке сейчас уеду, на 17-м. И все. Так что всем, друзья, пока. Сегодня такое видео было. Мясокомбинат и мелькомбинат.